Только зимой можно создавать самые уютные, невероятные образы. Пусть рождественская сказка возникнет прямо сейчас, и вы представите, куда с семьей вы поедете зимой, на Новый год, на Рождество, дача, отпуск – это, конечно, любимое предложение. Итак, внимание, полусапоги от самого авторитетного российского производителя бренда Wilmar. И, конечно, специально для вас лучшая цена сезона – 2999 рублей. Для нашего телеканала официальный партнер, любимый, и, конечно, мне приятно, что не только я, Мироненко и Лена, веду эту премьеру, но и он – самый яркий, звездный, сегодня очень уютный, даже немножечко совсем не эпатажный Микола Комендров, ваш эксперт и стилист. Здравствуйте, мои дорогие. Я немножко... Теплая, у меня был всего лишь один выходной, я не успел отдохнуть. Ради вас я готов не отдыхать. Ох ты моя умница. Дорогие мои, это эксклюзив. Цена сегодня любимая со скидкой 37%. И, конечно, рыжий цвет – это мой выбор. Знаешь, такой насыщенный, солнечный, что ли. Его хочется надевать вообще каждый день. Ой, обалденная коллекция темно-коричневый, ореховый. Микол, швейцарский шоколад, как мы любим. Да, и здесь более светлая опушка, тем больше усиливает эту контрастность и оригинальность, напоминающая именно чуни. Обалденно. Конечно, черный цвет с красивым таким эффектом мутона или даже напоминает шерстку в шиншиллу. Мои дорогие, только на один день мы установили цену прошлого года. Партия ограничена. Ловите момент. До минус 25, до минус 30 вы получаете полусапожки Лизы. И, конечно, самое главное, вот рождественская сказка. Микола, мы уже представляем, куда мы поедем в отпуск. Придут холода. А нам хочется надевать такие полусапожки, потому что они теплые, они уютные, они с опушкой, как настоящая шуба. Скажи мне, пожалуйста, правда, опушка пышная очень, но я надела свой 39 размер при высоком подъеме идеально. Как ты посоветуешь надевать с 36 по 41? С брендом Wilmar мы не задаем таких вопросов, мы выбираем с вами четко размер в размер. Бренд работает с 3D-моделированием плюс российским ГОСТом, поэтому данное предложение всегда в парно для российской стопы. Она имеет хорошую, обалденная, свободную девятую полноту, и даже несмотря на то, что выкладывает всегда пушистый и густистый мех внутри, он обеспечивает припуск для того, чтобы ваш размер соответствовал, несмотря на именно вот такую опушку. Будьте счастливы. Ты знаешь, вот мне это напоминает, а вообще вот сама опушка, да, вот так все уютно, так тепло. Мне кажется, мама с дочкой могут купить коллекцию, потому что это, да, вообще модный тренд не только России, но и, да, где-то за границей, когда ты смотришь, знаешь, вот эти сериалы, рождественские настроения. Вот скажи, пожалуйста, а это модная коллекция? Да, данное предложение является модно, потому что сейчас идет тенденция именно на 2001-2022, именно вот такой эффект унтов. Вывернутый мех стал самым актуальным, поэтому каждый дизайнер предлагает его в сумках, в одежде и, безусловно, в обуви. И именно самым главным трендом является мех наружу, то есть этническая составляющая в каждой модели присутствует. Каждый бренд, люксовый бренд, представил свои коллекции. Также бренд Wilmar следит за этим, так как находится в сегменте Bridge, тоже вывел свой, наверное, аналог, да, такого предложения. Слушай, ну а вообще, да, вот само тепло именно, да, здесь есть 5 слоев теплосогревающая, особенная конструкция, да, вот как настоящая шуба мутона. Вообще, что это такое 5 слоев? За счет чего идет это тепло до минус 25, до минус 30 градусов? Представляете, самые холодные зимы даже. Данная модель у нас с вами имеет, во-первых, достаточно такую усиленную толщину. Мы с вами видим почти 2,5 сантиметра. У нас первый слой с вами составляет экологическая кожа. Вы видите ее в разрезе. Она сама по себе уже очень плотная. После этого мы видим с вами вот такую мембранную сетку, которая обеспечивает крепеж для второго, для третьего слоя. Это губчатая поверхность, которая дает возможность теплоизоляции. Она сохраняет изолирующий эффект именно вашей тепла. И, конечно же, шерстка, которая имеет сразу два слоя. Нижний слой подшерстки, который обеспечивает содержание этого тепла. И ворс, который берет весь натиск на себя,
холода и ветра. И давайте теперь посмотрим в графическом состоянии то же самое. Вот современная экологическая кожа, эффективно сохраняющая тепло, сетчатый материал, который надежно фиксирует термослой. Вот он сам термослой, пористый материал, воздушная подушка вокруг ноги. И, конечно же, подшерстка, которая, как натуральный мех, укрепляет тепло, а длинный густистый ворс сохраняет и не дает пропускать ветру и холоду, и грязи. Вы знаете, вот настолько они теплые, настолько они красивые, мне нравится. Это такая особенная, уютная коллекция. Я желаю, чтобы вы сегодня успели выбрать для себя. И, кстати, хочу сказать об удобстве. Мне так сейчас тепло, мне так сейчас уютно. Мне нравится, что, смотрите, вот, да, мой 39 размер, высокий подъем. Они классные, они идеально застегиваются. Если вы надеваете, да, то есть получается, вместе с носочком они застегнутся также. Микол, а что касается именно высокого подъема, вальгусной деформации, вот смотри, здесь есть у нас шнуровка. Вообще она функциональная, то есть получается, я должна буду постоянно перешнуровывать, или я могу один раз это сделать, и все вот навсегда, то есть это будет удобно. Как подстраиваться под ножку? Шнуровка дает возможность маневрировать именно в посадке по подъему и по зоне щиколотки. То есть, смотрите, если у вас отекшая или широкая форма ножки, вы расширяете максимально так, как вам удобно, шнуровку и корректируете ее. Если тонкая щиколотка и тонкая ножка, вы его максимально стягиваете. И действительно, как сказала Лена, однократно завязали, а пользуемся только с помощью молнии. Поэтому данное предложение является функциональным. Причем оно выполнено на именно таких вот металлических кольцах, тем самым еще эти шнурки лучше маневрируются. 28-29 сантиметров мы видим сейчас обхват, да, именно на ножке Мариши. Марина подтверждает 10-ю полноту и как раз-таки доказывает, что 9-я полнота данной модели расширяется до 10-й, а значит, подойдет для всех универсально. Так, слушай, а что касается, не будут ли они скользить, потому что травмоопасные сезоны, гололеды, ты проводил эксперимент. Здесь у нас с вами протектор 360, поэтому давайте посмотрим. Вы спускаетесь с горки, и это 360 работает на то, чтобы спокойно спускаетесь с нее, не скользите. Стоите вы боком, спускаетесь, или вы поднимаетесь, наоборот, в горку, вы стоите на месте, или вы спускаетесь с другой стороны. Мои дорогие, бренд Wilmart, цена одного дня 2999, минус 25, минус 30, это рождественская сказка, которая будет с вами всегда. Получайте удовольствие от покупки полуботинки Лиза, самые лучшие, конечно, сапожки, самые приятные, коричневый, черный и бежевый.